Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые контрагенты, уважаемые медицинские центры. Господа медики, это видео записано специально для вас и про вас. Я вот не могу понять только одного. Вы работаете, у вас такая благородная, хорошая профессия. Вы отгораживаетесь от своих... Я понимаю, что вы боитесь всего и вся. Не надо тут мне надувать щеки, там, делать красивые позы и жесты. Боитесь всего и вся. Чтобы поставить лишний укол пациенту, вы заставляете его подписать 10 бумажек. Дрожите, как зайцы под кусточками. Сидите и боитесь всего и вся. Вас надо судить. Это так. Как это делается в Германии? 50% своего времени, нет, вру, 30% своего времени германские врачи проводят на работе, 30% своего времени они отдыхают и живут своей жизнью, а 30% своей жизни они проводят в судах. Я не преувеличиваю, господа медики, так оно и есть на самом деле. Их судят за каждый чих. И слава богу, что наша Российская Федерация не по хорошим основаниям, причинам, но начинает вас тоже судить. Вы объясните мне, пожалуйста, одну вещь. Почему вы отгораживаетесь от своих пациентов, клиентов, огромными барьерами и препонами? До вас, уважаемые начмеды, дозвониться невозможно. Это такая стена, которую пробить просто-напросто невозможно. Различного рода дозвонщики. Чтобы до вас дозвониться, надо там через... Я не преувеличиваю. Через 10 человек пройти, чтобы мы могли до вас дозвониться и попросить заключить с нами договор на медосмотры. Непреодолимая стена, непреодолимые препоны. Слов нет. Берут, значит, телефоны девочки-секушки, секретарюшки. И начинается. Реально пройти 10 человек надо, чтобы дозвониться до какого-нибудь руководителя, принимающего решение. Неважно, зам начмеда, начмеда. Вы вообще для чего существуете? На ваш сайт заходишь, у вас там телефоны, конечно, написаны, правда, не на всех. Предлагается отправить почту каким-то запросом. Вы не делайте вид, что вы все такие заняты. Ни хрена вы не заняты. Сидите там и чьи гоняете целыми днями. Причем как мужики... Я 21 год в медицине, я знаю, как это. Чаи гоняете, болтаете о чем ни попадя. Ой, у меня еще кабачки не подвязаны, там не убраны. Ой, помидоры надо обрезать. Ой, картошку надо копать. Не надо мне ля-ля. Вот об этом вы говорите. А дозвониться до вас невозможно. Понятно, что я возвращусь к самому началу этого видео. Вы всего боитесь. Вы ни за что не хотите отвечать. Всю ответственность вы перекладываете на клиента. Реально, если что-то более-менее серьезное надо сделать, это писец какой-то, белый маленький пушной северный зверек. Надо 10 бумажек подписать, чтобы капельницу поставили. Вся ответственность на пациенте. Это вообще, это позор нашей медицины. Защищаться, бояться, бойтесь, дальше еще хуже будет. Вас еще больше напрягать будут и судить вас будут. Да на вас не дозвониться, не достучаться, ничего. Медики вы. Единицы из вас это медики. Тех, которым можно доверять, верить. Записываться на прием. Все остальные так. Лаборантки. Ничего не знаете, ничего не понимаете. От этого идет ваш страх. От этого вот куча бумажек, от этого невозможность дозвониться и дописаться до вас. И это правда. И не надо говорить, что это неправда. Это чистая правда. Так оно и есть на самом деле. Другой грани этого вопроса не существует. Только то, как я это все сейчас вам описал. Позор, стыдоба. Одно название, что медики. Ничего не знающие личности. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.